части с моцареллой. Вот такая вот красота сейчас в парке Сокольники. Хоть идет дождь, но еще относительно тепло, в пределах 7-9 градусов. Тут есть где погулять, есть где передохнуть, даже в суровые дожди. Красиво, тихо и спокойно. Перед парком от метро выложили кирпичом бульварчик целый. Эпично смотрится, конечно, и фотки там будут классными. Но даже по таким дорогам гулять очень даже чисто.